Всем привет, меня зовут Лиза, добро пожаловать на мой канал. И вот зима подошла к концу, и настало время подвести итоги. Сегодня я хочу рассказать вам о том, что я любила этой зимой. Я для вас подготовила вот такую корзиночку. Здесь не так уж и много продуктиков, но я выбирала только самое лучшее. Хочу вам сразу рассказать о том, что это видео я снимаю не одна, а с вот такой вот классной девчонкой. Зовут ее Леночка. Вот здесь вот вы как раз таки ее сейчас можете видеть. На канале Леночки вы можете найти кучу обзоров на декоративную косметику, ну, уходовую косметику, потрясающие макияжи. Леночка очень интересный блогер, сама с удовольствием ее смотрю, жду практически каждый выпуск. После того, как вы посмотрите мое видео, обязательно переходите к ней и подписывайтесь. Давайте, наверное, покажу сначала парфюмчик, потому что он у меня только один. Всю зиму я любила вот такой вот парфюмчик. Он мне достался из одной из коробочек красоты. Это у меня миниатюрка 7,5 мл от L'Occitane. Это у нас Eau de Toilette Jasmine Martel Neroli. По мне, это абсолютно зимний аромат. Он одновременно и свежий, и цветочный, и какой-то и медовый. Не умею я красиво, к сожалению, описывать ароматы. С первого взгляда он меня, если честно, не покорил. И принюхалась я к нему, наверное, раза только с третьего. И вот когда у нас с ним случилась вот эта самая любовь взаимная, ничем другим я всю зиму не пользовалась. Только они. Дальше мне в руку попадается вот такая вот большая классная баночка. Это маска для волос от фирмы Coco Shock. От этой маски я просто балдею. Она делает что-то невероятное с волосами. Даже если волосы в ужасном состоянии, вот конкретно у меня кончики зимой, ну, честно говоря, плохо себя чувствуют, вот эта же маска творит просто какие-то чудеса. Да, она может быть не бюджетная, но она стоит каждого рубля, что она стоит. Дальше я вам хочу показать еще из ухода для волос. Это у меня мгновенное восстановление секущихся кончиков, сыворотка интенсивное восстановление. Сыворотка — это в виде такого маслица, скажем так. Обожаю вот такой уход на кончики волос. При каждом мытье это делаю. Минимальный расход, буквально 2 пшиков, хватает на мои волосы. Всю зиму я пользовалась ей. Еще совсем немножечко ухода. Дальше у меня из фаворитов вот такой вот крем для глаз с вытяжкой из черных трюфелей от марки Premier. Отличный крем на ночь, именно так я его использую. Он напитывает мелкую сеточку морщин за ночь, она уходит. Всю зиму пользуюсь им и пока не допользую до конца, а другой пробовать не буду. Далее мой зимний фаворит — это скраб для губ шоколад от Spivak. Губки зимой шелушатся, поэтому вот такие штуки по мне просто незаменимы. Помимо того, что это просто скраб для губ, он еще абсолютно натуральный и масляный. То есть во время скрабирования вы не просто отшелушиваете, да, лишнее с губ, вы еще и напитываете их маслом. То есть после процедуры губки не только гладенькие, ровненькие, но они еще такие напитанные маслицем. И даже бальзамчик после него не обязательно наносить. Следующим моим таким фаворитом, наверное, тоже можно отнести к уходу, это бальзам для губ от EOS. Для меня это, наверное, идеальный бальзам. Он не слишком мягкий, соответственно, он наносится на губы тонким слоем, что мне очень-очень нравится в бальзамах для губ. Отлично питает, увлажняет губки и восстанавливает. Еще вам хочу показать 3 свои самые любимые кисточки. Рука тянется у меня только к ним в основном. Практически все макияжи выполняю вот с этими 3 кисточками. Это марка Valérie D. Вот это вообще очень универсальная кисть. Ей можно сделать практически все. Из-за того, что она такая широкенькая, ей можно и нанести на все веко тени. Также из-за того, что у нее очень такой тоненький кончик, можно какие-то детальки ей проработать. Одной, по-моему, вот этой кисточкой можно полностью выполнить макияж, если очень захотеть. Несомненный мой любимчик — кисточка 5M813DO из Козы. Великолепно растушевывает, справляется с любыми поставленными ей задачами. И еще одна любимица — это у нас 5M111-30 Куница. Такая кисть-карандаш. Мелкие детальки ей прорисовать, проработать нижнее веко.
Это все про нее. Наверное, фаворит, который у меня будет постоянно в фаворитах, это база от Urban Decay Original. Отлично держится тени, крепится к ней, носится, пока я не сотру, даже несмотря на то, что у меня очень жирное веко. И обычно тени скатываются в полосочку буквально через полчаса, через час. С этой же штучкой у меня не случается таких проблем, из-за что я ее и полюбила. Полюбила я в последнее время вот эти румяна от Crystal Decor в оттенке золотой турмалин. Понравились они мне за свой цвет. Потрясающий оттенок. Единственный ее такой очень... весомый, конечно, недостаток, то, что нет никакого ограничителя. То есть румяна полностью высыпаются практически в баночку сюда. И это несколько затрудняет их пользование. Помада от NARS в оттенке Master's Red. Это для меня невероятный какой-то цвет. Потрясающий, я его безумно люблю. И хочу скупить штук 10 таких. На всякий случай, чтобы не закончил. Недавняя совершенно моя любовь. Пришла она мне всего лишь... недельки три назад, но я полюбила. Я теперь жизни не представляю без этой штучки. И это помада для бровей от Anastasia Beverly Hills. Она у меня в оттенке Asher Brow. Поюзала я ее уже приличненько так. Цвет подошел идеально. Какие-то такие более действительно уходящие в такой коричневый, рыжеватый оттенок мне не подходит. Несмотря на то, что да, такая вот прям коричневенькая, но мне нужен оттенок более холодный, более серый. Поэтому и цвет подошел, и по действию она нравится. Она мне остается на бровях целый день, никуда не убегает, не ускользает. А как я утром нанесла, так вечером я прихожу и смываю. Как я без нее жила раньше, я не представляю. И еще один мой фаворит. Это палетка от Sleek Storm 578. Не так давно я появлялась перед вами с такими синющими глазами. Всегда думала, что мне не идет синий цвет. Тут решила попробовать, и получилось только от вас комплиментов. Спасибо вам огромное, очень было приятно. И вот эту палетку я любила тоже всю зиму. По мне она действительно такая прям зимняя-зимняя. Здесь собраны такие красивые оттенки. Потрясающая пигментация. Вот такие были у меня фавориты. Какие фавориты у Леночки вы узнаете, перейдя к ней на канал вот по этой ссылочке. А мне не забудьте поставить пальчик вверх, подписаться на мой канал, если вы это еще не сделали. И всем пока-пока, до новых встреч! Всем... гнусавая. Блин. Какого хутра? Да-д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 а
что...